Приветствую вас, поскольку ситуация достаточно щепетильная, в том смысле, что есть риск морального такого осуждения, да, со стороны родных и близких девочки, и в том числе и вас, вот, то я полагаю, что ситуацию можно смело назвать не совсем обычный, не совсем ординарный, вот, и именно по этой причине я предлагаю вам, именно в силу того, что ситуация неординарная, да, я предлагаю вам не совсем ординарные решения по этой ситуации. Значит, что хочется сказать в самом начале? Понравилась вам девушка, да, ну, понравилась. Это, в принципе, очень здорово, что понравилось. Я не думаю, что возраст играет здесь какую-то прям очень большую роль. Если она вам понравилась, то вы можете и, наверное, даже должны с ней сблизиться, вот, с ней взаимодействовать на данный момент, ну, насколько это возможно для вас адекватно, да, вот. То есть просто общайтесь. Просто общайтесь, значит, старайтесь проводить время с ней, вот, тем более, что у вас есть ресурсы для этого, ну, то есть, в смысле, ресурсы, да, в том смысле, что у вас со всеми дружественные отношения, вот, я думаю, что это великолепно, я думаю, что это прекрасно, что у вас со всеми дружественные отношения. Вы можете это использовать для взаимодействия с этой девушкой. Может быть, еще так получится, что она вас разочарует, может, еще так получится, что она будет вас как-то, ну, напрягать, может, еще какая-то такая история будет, вот. А вот, собственно, именно это, именно так, я думаю, вам в первую очередь нужно поступал, вот. Именно вот в таком ключе вам нужно будет в первую очередь поступать. Дальше, говорит ли вам, значит, ну, своему другу, да, который является ее братом, ну, я, если честно, думаю, что сказать нужно. Вот. Потому что все равно, так или иначе, он об этом узнает, коли вы не собираетесь отступать от данной позиции, вот. А честность ваша, она очень важна будет здесь, вот. На мой, по крайней мере, взгляд. Вот. Поэтому я думаю, что чем больше вы тянете время, да, чем больше вы как-то вот
выжимаетесь, да, чем больше вы выжимаетесь, тем, ну, соответственно, хуже будет для вас в данном случае. Вот. Что касается того, как к ней подступиться, да, и так далее, то, опять же, здесь, я думаю, что вам нужно просто быть собой, вот, поменьше думать обо всех предрассудках, поменьше думать обо всех последствиях и просто выражать свое отношение. Если вы видите ее как личность, если она вам действительно нравится, если она вас действительно привлекает, вот, то я думаю, что у вас все получится, и вы сможете, собственно говоря, значит, получить по итогу такое общение, которое вы заслуживаете, вы оба. Вот. То есть, я обращаю ваше внимание на то, что вы, ну вот, единственная проблема, да, это возраст. Но возраст не является проблемой, если если вы видите в ней именно личность. Возраст является проблемой. Только если вы хотите, если вы испытываете к ней исключительно сексуальный интерес. Вот. В этом случае, да, возраст является проблемой. Но только в этом случае возраст является проблемой. Ни в каком другом. Поскольку вы сказали, что интерес она для вас представляет далеко не только сексуальный, то я полагаю, что вот эта проблема не является. В конце концов, вы можете 2 года, если вы действительно готовы ее, ну, как-то вот ждать, да, вы можете 2 года, значит, с ней просто встречаться, вот, вы можете 2 года с ней просто взаимодействовать, а потом, после того, как эти 2 года пройдут, да, вот, вы сможете, возможно, и в интимные отношения вступить, да, тут как бы сложности, опять же, на мой взгляд, как таковой нет. То есть, главное, это вот именно то, что вы хотите. Вот, собственно, и все. Ну, кроме того, что вы боитесь того, что вас осудят, боитесь того, что вас не примут, да, боитесь какого-то осуждения и так далее. Надо сказать, что осуждение, да, это такая, ну, нормальная история, то есть осуждение это, как бы сказать, плата за риск, то есть это вот плата за риск того, что вы хотите, плата за риск того, что вам нужно, вот, понимаете? Поэтому я думаю, что вам, ну, либо вам нужно быть готовым к этому, если вы действительно хотите отношений. Да, идти на риск, да, вот это, рисковать. Вот.
Либо, если вы риску вдруг по той или иной причине не готовы, то, наверное, лучше вам ничего и не делать тогда, в таком случае, потому что, ну, тут нужно действовать уверенно, нужно действовать уверенно, но аккуратно. Вот. Уверенно, но как бы последовательно. Вот. Потому что иначе вы рискуете просто-напросто вот оказаться на стороне проигравших. Вот. В целом, не совсем понятно, что именно вас волнует, да, то есть, ну, можно предположить, конечно, что для вас девочка является чересчур, возможно, чересчур важный, то есть вот ваша проблема уверенности заключается именно в этом, в том, что слишком высока, мотивация быть с ней. Вот. Ну, по ряду причин. Вот. И, конечно, желательно, чтобы эту мотивацию вы разобрали и рассмотрели, чтобы она была, ну, понятна вам. То есть еще раз повторю, да, еще раз повторю. Сложного здесь ничего нет. Аморального чего-то, да, здесь, ну, нет ничего тоже, судя по тому, как вы настроены. То есть это вам нужно делать, это, ну, продолжать вот в том же ключе, да, вот, что-то вам нужно, это действовать в том же русле, в том же направлении, вот, и, собственно говоря, все. Поэтому не стоит бояться, не стоит переживать, не стоит как-то вот, значит, себя ограничивать, да, вот, все равно, ну, если вам хочется, да, все равно вы к этому будете стремиться, вот, так или иначе, поэтому тут в идеале, мне кажется, правда, как-то проявить себя. Ответьте себе на вопрос, что мешает вам вот именно с девушкой, да, вот что мешает вам именно с девушкой сблизиться просто как, ну, как друзья. Понимаете? Есть вариант того, что у вас были проблемы в отношениях до этого. Тут вы говорите, что она привлекла вас своей внешностью, да, своей, как вы говорите, простотой. Вот. Вы говорите, что так. Это все происходит.
я вам верю. Я верю вам в то, что это, ну, действительно так. Вот. Но меня немножечко, конечно, беспокоит. Меня беспокоит тот факт, что она привлекла вас именно своей простотой. То есть это именно простота. Да, это именно простота, это не то, что вы хотите там, к примеру, что-то сделать для нее. Это не такая история, что вы хотите что-то сделать для нее. Что она вам, например, дорога, что она вам, например, нужна. Ну, даже нужна, это не совсем правильная формулировка, что именно вы заинтересованы в том, чтобы у нее был личностный рост. Вот. Понимаете? Вот. Так что смотрите там. Пока я вижу, что настроены вы позитивно. Вот. Настроены вы отлично. Мне нравится ваш настрой. Если будете действовать так же, да, если будете действовать такими же моментами, вот, я думаю, у вас все получится. Но нужна последовательность. Нужна последовательность. Вот. Значит, если были неудачи какие-то в отношениях, да, вот, то с ними, конечно, нужно будет поработать с этими неудачами. С ними, конечно, нужно будет поработать. Это безусловно. Вот, ну, потому что, возможно, именно они влияют сейчас на ваш выбор. Возможно. Не говорю, что это обязательно так, но возможно. Чтобы... Какая будет основная, например, претензия, да, брата, допустим, какая будет основная претензия? Основная претензия брата будет то, что вы можете причинить боль, да? Можете причинить боль людям, ну, в частности, вот ей и ее семье. Так что, если вы не хотите причинять боль ей и ее семье, да, вот, то я рекомендую вам все-таки, скажем так, я рекомендую вам убедиться, самостоятельно убедиться, что вы действительно воспринимаете девушку непосредственно. А не в контексте своих потребностей. В противном случае история будет, ну, именно такой, какой вам, скорее всего, не будет хотеться. А для этого нужно, на самом деле, не так уж много, да, для этого нужно. Для этого, в общем-то, достаточно только лишь четко определить, чего вы хотите, да,
четко определить, что вам нужно, четко определить, в чем вы нуждаетесь, вот. И посмотреть, насколько вы целостны. Да? То есть, если есть, например, сомнения, да, в том, что вы целостны, если есть сомнения в том, насколько вы непосредственно воспринимаете девушку, ну, то не нужно будет тогда торопиться и сперва решить свои проблемы. Вот. Если с уверенностью можете сказать, что девушка вас действительно привлекает, что вы готовы, там, к примеру, вы готовы, допустим, в нее вкладываться, готовы ради нее что-то делать, да, не ожидая ничего взамен, потому что она вам и взаимностью еще не ответит. Ну, то есть вы уже так все простроили, брак, там, семья и так далее. Вот, то есть это тоже может говорить о ваших каких-то именно желаниях. Вот. Это тоже может говорить именно о ваших каких-то потребностях. Так что здесь вот очень важно, чтобы вы не планировали ничего, да, то есть ни брак, ничего не планировали, потому что всего этого может не быть. Вот. Итак, самое главное условие, да, самое главное условие для отношений, самое главное условие, это именно отсутствие желаний по отношению к девочкам. Вот. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ вам помог. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.